Так, у меня сегодня рыбалка удалась. Такой толстый лук прекрасный. Так, будем его чистить теперь. Пока свеженький. Красавчик. Я приветствую вас на своей кухне. Меня зовут Толстолобик. И из меня сегодня будут делать стейк. Так, сначала его вычистили. Вот так вот красиво получилось. Правда, у нас его чуть не украла соседская кошка. Ее вываляла немножко. Так, сейчас мы отделим голову. У нашего Толстолобика. Руки-то помнят. Что у нас руки сделали? У него там воздух еще где-то есть. Удар дзюдо, давай. Руби, это тот нож. Это надо будет позвонку. О, попала у него позвонка. Блин, прекрасно. Попасть на вот это вот соединение. Так, это для... Это бульон. Бульона. Так, дальше. Из вот этих вот частей хорошо делать стейки. Вот. Вот так вот. Вот уже. Вот, удачная попала. Теперь вот эту часть мы порежем на стейки. Корничок убрать. Это ножницы есть. Ножницы могут не взять. Такой шип. Торви, руби. Вот, вот такая иголочка. Кость называется. Кость. Это на стейке. Ну-ка, нам повезло. Повезло. Да по обуху фигачь. Его не рубят, его находят позвонки, но он не попал. Один стейк. Это второй. Где мои хирурги? Хирурги все не операторы. Нравится Толстолобе, что его возьмешь сразу такую большую рябину и уже смотри, сколько куча блюд. Так. Это тоже, в принципе, можно. Вот, так, вот здесь еще получится стейк. Так, а из этой части мы сделаем филе. Где ты? Одно время у меня столько было этих толстолобиков. Много рыбаки привозили. Полная морозилка. Открываешь одни головы.
пакетики с фаршем. Готовили котлеты, пельмени. Борщ с толстым лобиком. Класс. Я в автобус заходила, от меня рыба несла. Девушка, вы рыбак? Нет, я домохозяйка с толстым лобиком. Да. Ее можно селедку делать. Скальпель. Сестра. Ух ты. Под солба. Так. Здесь тоже можно эти все планочки убрать. Колючка. Пойдет на супчик. Красота. Мастер-шеф. Так. При желании можно вот этот вот снять. Такую тоже мякоть. С ним сделать фарш. Вот. Эти ребра тоже прекрасно вот так вытаскиваются. Их тоже можно вот это вытащить все и перемолоть на фарш весь кусок. Ну, я еще не знаю, что я с ним сделаю. Может, запекать буду. Может, поджарим еще. Так. Такой красивый кусочек. Также и этот. Сейчас позвоночник уберу. Будет еще один такой кусок. Потом посмотрим, будут пельмени или котлеты. Или селедка. Хочется сразу все. И много. Главное, чтобы времени и сил хватило. Угу. Полночок. Жирненькая рыбка. Но осень нагуляла уже. Жирка. У нас в совхозе выращивают. Это еще маленький толстолобик. Иногда привозят по 6, по 7 килограмм. Это 3,5. Это нам по 20 килограмм привозили. Нет. Здоровый. Самые большие 7 килограмм разделывала. Все. Вот такая красота у нас получилась, да. Вот. Вот итог. Это стейки. С хвостик тоже на суп или на борщ. Голова прекрасная. Завтра, может, уху сварим на костре. Ну вот, почти в прямом эфире. Не надо бояться такую большую рыбку. Ее прекрасно можно одним легким чем руки разделать. Да, если ножи наточены. Если ножи наточены, все. Все, финита. Когда будете выбирать толстолобика, старайтесь покупать большую рыбку. Из нее получается больше блюд. Вот. Можно сделать из этого кусочка. У меня уже поступил заказ. Селедочку. Из этого котлеты. Вот. Из этого стейки, естественно. И из этого бульон.